Сергей Миронов сказал абсолютно правильно. Это уже давно витает в воздухе, и он подошел к решению задачи к этой абсолютно грамотно, с технической точки зрения и с точки зрения безопасности автомобильного движения. Это вот среди массы голосов, которые звучат только об одном: давайте обделем всех подряд и наладим из этого огромный бизнес. Он беспокоится именно о безопасности. И правильно он делает. Техосмотр как таковой инструмент сегодня не нужен, потому что он не отражает суть событий, самое главное, не влияет на безопасность. Сегодня современные автомобили таковы, что они сами, если будут неисправны, сами остановятся и никуда не поедут. И предупредят водителя об этом. Мало того, не просто звуковым сигналом, а еще голосом скажут: вези меня в сервис. Но они надежны сегодня. Они абсолютно надежны. Надежны гораздо, чем то, что было, я не знаю, даже 10 лет тому назад. Я уже не говорю про советские времена, когда техосмотр действовал. Поэтому, да, техосмотр надо отменить. В нем нет нужды.